כולם שמעתם את הפסוק שאין שם אחר מתחת לשמיים שבו עלינו לבשה. Все слышали это местописание, что нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. וכולנו מכירים את השם הזה, שהשם הזה זה ישוע המשיח. И мы все знаем это имя, это имя Иешуа Мессии. אנחנו המון מדברים על ישוע, על מה שהוא עשה. Мы очень много говорим про Иешуа и про то, что он сделал. ואיך אנחנו יכולים בכלל להיות דומים לו לאופי שלו. И как мы можем быть похожими на него и преображаться в его характер. ואחד מהשאלות שעולות זה בכלל, הוא הרי היה בן אדם כזה מושלם. מיוחד, בן אלוהים. И один из вопросов, который возникает, это о том, что Иешуа, он был сыном Божьим, он был совершенным идеальным человеком. אנחנו אומרים לכן אולי היה לו יותר קל מאשר לנו. И тогда мы думаем, скорее всего, ему было намного легче, чем нам. ואנחנו אנשים פשוטים עם החולשות שלנו. А мы простые люди с нашими человеческими слабостями. אז איך אנחנו בכלל יכולים להתחרות איתו? Как мы можем соревноваться с ним? ואז לכן היום אני רוצה דווקא לדבר לא על ישוע. И поэтому сегодня я хочу поговорить не о Иешуа. אלא לתת לנו דוגמה מאנשים אחרים בתנ"ך. Но привести нам примеры других людей в Писании. אנשים פשוטים, אופי שונה. Простых людей с разными характерами. שעברו נסיבות שונות בחיים שלהם. Которые прошли разные обстоятельства в своей жизни. התמודדו עם דברים קשים ופחות קשים. Которые справлялись с большими или небольшими сложностями. שהיו להם גם חולשות ובעיות בחיים. И также у них были проблемы и различные слабости в жизни. אבל הם הצליחו. Но они преуспели. והשמות שלהם נקראים בשם של אדוני. И их имена называются, и они называются именами Бога. הם חלק משם של אדוני. И они, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. То есть Бог называется их именем, как Бог Авраама, Ицхака и Якова. כי כנראה היה להם משהו מיוחד. Потому что, скорее всего, у этих людей было что-то особенное. ואנחנו נלמד עליהם קצת. И мы будем немножко изучать их. בבית המקדש השני, כהן הגדול, אחד מהם קראו לו שמעון הצדיק. Во втором храме один из великих первосвященников, который служил, там его звали праведник Шимон. והוא שרת ממש קרוב ל-40 שנה, אפילו יותר. И он где-то 40 лет, может быть, даже больше являлся первосвященником. ואז הוא אמר אמירה אחת. И тогда он сказал одно высказывание. שעל שלושה דברים קיים העולם. Что мир стоит на трех вещах. שזה תורה, это Тора, שזה גמילות חסדים ועבודה. Это праведники и это... לא, זה תורה, עבודה, עבודת הקורבנות וגמילות חסדים. Это Тора, это работа праведников, нет, скажи. עבודת הקורבנות. Это жертвоприношение. וגמילות חסדים, שזה מילосердие, צדקה. Это милосердие. ושלושה דברים האלו הם כנגד שלושה אבות שלנו. И эти три вещи, они сопоставляются нашим трем праотцам. אברהם, יצחק ויעקב. Аврааму, Ицхаку и Якову. כלומר, כל אחד מהם הוא סמל למשהו מיוחד. Он говорит, один из этих праотцов, каждый из этих праотцов, он знак чего-то особенного. שאברהם הוא היה סמל לגמילות חסדים. Авраам был знаком милосердия. הוא היה מכניס אורחים הביתה. Он принимал гостей у себя дома. Он מתפלל עבור אנשים אחרים. И он молился за других людей. היה לו אכפת מאנשים אחרים, היה לו אהבה כלפי אנשים אחרים. У него была любовь, и он не был безразличен к другим людям. הוא לא חשב רק על עצמו. Он не думал только о себе. אלא באמת רצה להתחלק עם מה שאלוהים נתן לו. Но он хотел поделиться тем, что Бог дал ему. הוא באמת חיפש צדקה. Он действительно искал праведности. חיפש חסד של אלוהים. И искал милости Бога. יצחק, שהוא בעצמו היה קורבן עולה. יצחק сам по себе являлся символом этой жертвы. הוא היה קורבן עולה. אברהם הביא אותו לקורבן עולה. Он был сам жертвой. Авраам собирался принести его в жертву. ואז הוא מסמל בעצם את עבודת הקורבנות. И поэтому он представляет собой жертвоприношение. ועבודת הקורבנות אחר כך השתנתה לתפילה, מה שאומרים. И потом то, что говорят, что жертвоприношение переобразовалось в молитву. ואז היה לו תפילה חזקה, ואנחנו נראה את זה. И он был сильным в молитве, и мы увидим это. ועל יעקב מדובר שהוא מסמל את התורה.
А про Якова говорят, что он собой являет Тору. Эху мы самеле то Тора, пашут еш пасук бетилим, 77. И как он собой представляет Тору? Просто в псалмах, в 77-м псалме написано. Элоим омер, ше они иким идут бе Яков ве Тора бе Исраэль. Он говорит, что я в Иакове и дам свидетельство и Тору в Израиле. Аз мы цамлим, ваз умрим, шо мы самел байцем это Тора. И поэтому говорят, что он собой символизирует Тору. Аба они роце лятхиль бемет ми Авраам, майя ми ухад бо. Но я хочу начать с Авраама. Что было в нем особенного? Ая ло мамаш имуна хазака. У него была очень сильная вера. והיום אברהם הוא נקרא אב של כל המאמינים. И сегодня Авраам называется отцом всех народов. Элоим נתן לו всех верующих. בדיוק. Элоим נתן לו הבטחה ולא אחד אפילו. Бог дал ему обещание и не одно. אני רוצה לקרוא מספר בראשית פרק 17. Я хочу прочитать из Бытия 17 главы. ממש מתחילת הפרק. С самого начала. ויהי אברהם בן 90 שנה ותשע שנים, וירא אדוני אל אברהם ויאמר אליו, אני אל שדי, יתהלך לפניי, ויהיה תמים, ואתנה בריתי ביני וביניך, וארבה אותך במאוד מאוד. ויפול אברהם על פניו, וידבר איתו אלוהים לאמור, אני, הנה בריתי איתך, והיית לאב המון גויים. ולא יקרא עוד את שמך אברהם, היה שמך אברהם, כי אב המון גויים נתתיך. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи передо мною, будь непорочен, и поставлю завет мой между мной и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое, Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь более называться Авраамом, но будет имя тебе Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов». Бог обещает ему, что он будет отцом множества народов. Не отцом одного народа, не только израильского народа, но отцом множества народов. И мы забываем иногда, что у Авраама были еще другие дети. Кроме Ицхака у него было еще много других сыновей. Не только Исмаил, у него были еще другие сыновья, которые потом также стали. Но никуда по, что у нее ав, גם לאנשים שמאמינים, שקיבלו הבטחות של אלוהים באמונה. Но в принципе то, что мы хотим подчеркнуть здесь, что он стал отцом для многих верующих, которые приняли веру. И в Новом Завете есть немало стихов, которые говорят об этом. שמאמינים, שקיבלו את ישוע, שלא היו בני אברהם פיזיים, הם נהיים בני אברהם בגלל האמונה שלהם. Что верующие, которые приняли Иешуа и которые не являлись физическими потомками Авраама, они стали его духовными потомками. והיום אנחנו כולנו משפחה מאוד רחבה. И сегодня мы все очень большая семья. כולנו בני אברהם. Все дети Авраама. באמונה שלנו. Наши, через нашу веру. וזה נקודה מאוד חשובה. И это очень важный пункт. כי אנחנו צריכים להבין מאיפה הגיעה האמונה הזאת ומה זה באמת האמונה הזאת. Потому что нам нужно понять, откуда и пришла наша вера и что это за вера. אנחנו מכירים פסוק כזה. Мы знаем такое место писания. שהאמין אדוני באדוני ונחשבה לו הצדקה. Поверил Авраам Богу, это вменилось ему в праведность. מכירים פסוק כזה? Вы знаете такой стих? אנחנו כולם אומרים, הנה הוא האמין, הוא האמין לאדוני, ואז הנה הוא נהיה צדיק. И все знают, что мы говорим, да, вот он поверил, и из-за этого он стал праведником. בן אדם שלא היה לו בנים, פתאום הוא שומע כל מיני הבטחות. Человек, у которого не было детей, вдруг слышит различные обещания. הבטחות שאלוהים אומר לו, יהיו לך בנים. Обещание такого рода, что Бог говорит, у тебя будут дети. אתה לא צריך לעשות הרבה דברים בשביל זה. Тебе не нужно для этого много стараться. אז הוא רוצה. Так этот человек хочет такое получить. אבל יש פה איזושהי מחשבה יותר עמוקה. Но здесь есть более глубокая мысль. כי בפועל, בביטוי הזה, כשהאמין אברהם באדוני,
Есть по машмаут типа ахерет, ибо русит тергимует зеленохон. Потому что это выражение, которое на русский язык перевели не совсем точно, что Авраам поверил, там есть другое значение. Кикатув шеуло имин ле Адунай, уимин бе Адунай. Не написано, что он поверил Богу, написано, что он поверил в Бога. Везе кцак чоне. И это отличается. זה לא שהוא רק אמין לאיזושהי הבטחה מסוימת. Это не означает не только, что он поверил в какое-то обещание Бога. אלא הרבה יותר עמוק, הוא אמין באלוהים עצמו, שעומד מעל כל ההבטחות האלה. Но он поверил намного более глубоко, он поверил в самого Бога, который стоит выше всех его обещаний. הוא אמין באישויות שלו. Он поверил в его личность. Уимин, миу бемет Элоим агадоль азе, шемавтиах ло машу. Он поверил в Бога великого и познал его кто он, который обещает ему что-то. Векшанахну медабрим рак аль имуна аль амин гам беэзэшу автаха шел Элоим, зэ гам хэврэ ло кольках пашут. И когда мы верим в какое-то только обещание Бога, это не так просто. Леколь эхад еш автахот. У каждого есть обещание. וגם למאמינים אלוהים נתן המון הבטחות בכתובים. И верующим в писаниях Бог дал много обещаний. ויש הבטחות כאלו שאנחנו בכלל לא מכירים אותן. И здесь есть такие обещания, которые мы не знаем. יש הבטחות שקשה לנו לקבל אותן. Есть обещания, которые нам сложно принять. אולי אנחנו באמת לא עד הסוף מאמינים שבכלל זה יכול להתקיים. И возможно мы не до конца верим, что это может исполниться. לדוגמה כתוב שאלוהים נותן לך שלום. Написано, что Бог дает тебе мир. Шалом пними, ютер низгав миколя макшавот шелану. Внутренний мир, который превыше всякого разумения. А им есть лану шалом азе? Есть ли у нас такой внутренний мир? А им анахну бемет мекаблим эта автаха шел Элоим кмошей? Действительно ли мы получаем Божье обещание таким, какое он нам его дал? Элоим нотен автахот ахерот аль пирот аруах. Бог дает другие обещания, связанные с плодами Духа. Женя дибер шаву ашавар аль... מי אנחנו באלוהים? מה יש לנו? На прошлой неделе Женя говорил о том, кто мы в Боге и что у нас есть. האם אנחנו באמת מקבלים את זה ויודעים להשתמש בזה? Получаем, принимаем ли мы это, умеем ли мы это использовать? אז פעמים רבות, למרות שאנחנו מאמינים, אפילו כבר בהבטחות, אנחנו נופלים. Часто, даже когда мы верим в обещания, мы часто падаем. כי אנחנו מתחילים לא בדיוק להאמין להבטחה של Потому אלוהים. Потому что мы не совсем точно начинаем верить в Божьи обещания. אבל חוץ מלהאמין, יש גם שלבים יותר קשים. Но кроме поверить, есть еще и другие более сложные уровни. כי תחשבו מה היה עם אברהם בכלל כשהוא שמע את ההבטחה הזאת. Подумайте, что было с Авраамом, когда он услышал это обещание. בהתחלה הוא היה בן 75. Вначале ему было 75 лет. ואחר כך הוא היה כבר בן 100. Потом ему уже стало 100 лет. המצב, כלומר, החמיר, הוא יותר זקן. То есть его состояние ухудшилось в плане того, что он постарел. יותר קשה להביא ילדים. И он постарел, и еще сложнее приносить детей. עשרה בת 90. Саре было 90 лет. כתוב שמאמאשי כבר לא יכלה להביא ילדים. הכל כתוב בפרק 18, נראה לי שהפסיק לה מה שיש לנשים. В 18 главе написано, что обыкновенно у женщин прекратилось, она уже не могла рожать детей. והנה פתאום הוא שומע עוד פעם הבטחה של אלוהים, יצאו ממך גויים, יצא ממך בן. И вдруг он опять слышит это обещание, что у тебя будет сын, и ты станешь отцом многих народов. אז מה קורה לגבינו, חבר'ה? Так что с нами? האם אנחנו מסוגלים לקבל הבטחה של אלוהים שהיא ממש סותרת לכל הנסיבות שלנו? Способны ли мы принять обещание Бога, которое противоречит всем нашим обещаниям? לא, נסיבות. Всем нашим обстоятельствам. שאתה מסתכל, מה שקורה איתך זה בכלל לא מתאים למה שאלוהים מדבר. Когда ты смотришь и на свои обстоятельства и понимаешь, что все, что с тобой происходит, вообще не подходит под то, что говорит Бог. המצב לגמרי שונה. Состояние совершенно другое. כי לפעמים הבטחות של אלוהים הם נראים על-טבעיים. Потому что иногда обещания Бога окажутся сверхъестественными. לפעמים לא הגיוניים בכלל. И иногда кажутся совершенно нелогичными. איך יכול להיות ש...
אישה בת 90 עכשיו תוליד ילד? Как такое возможно, что женщина, которой 90 лет, сейчас родит ребенка? О, ישה בתולה תוליד מישהי. Или женщина, которая девственница, родит сына? זה לא נכנס לראש שלנו. Это не укладывается у нас в голове. והנה פה באמת הבחירה שלך. האם בכלל לקבל את ההבטחה הזאת או לא? И здесь перед тобой стоит выбор, принять это обещание или нет. ותחשבו באמת על כל אחד במצב שאתה נמצא היום. И подумайте каждый о том состоянии, в котором вы находитесь сегодня. אולי אתה עכשיו נזכר בפסוקים מסוימים שאלוהים מבטיח לכל מאמין דרך הכתובים. Возможно, ты сейчас вспоминаешь какие-то места Писания, которые Бог обещает всем верующим через Писание. אולי על משהו שאתה מסוגל לעשות. Возможно, что-то, что ты способен сделать. אולי משהו שמדבר על האופי שלך או על המצב רוח שלך. Возможно, что-то, что говорит про твой характер или твое состояние. ואתה אומר, אבל זה לא מה שאני מרגיש. И ты говоришь, это не то, что я чувствую. הבטחה של אלוהים. Божье обещание. אברהם הסכים והיה מוכן לקבל אותה. Авраам согласился и был готов принять его. בלי שום הבנה. Без какого-либо понимания. בלי שום הסברים או תירוצים. Без каких-то объяснений или הוא פשוט אמר, אני מאמין באדוני. Он сказал, я верю в Бога. אני מאמין בכל מה שהוא אומר לי. Я верю во все, что он говорит мне, לי, во все, что он мне скажет, ואני מוכן לצייט. И я готов повиноваться ему. וזה היה השלב הבא, לצייט לאדוני. И это был следующий уровень, повиноваться Богу. כי לא הכל נגמר רק באמונה. Потому что не все заканчивается верой. ובאמת הפסוקים באיגרת אל העברים, ממש מדברים על זה. И место Писания из послания к евреям говорит об этом. Хоть мимуна есть гамаси мисуями. Что кроме веры есть еще определенные действия. Есть циют мисуям ле Элоим. Есть повиновение Богу. Ки лефамим Элоим царих лавир отха дерех шлав мисуям. Бог иногда проводит нас через определенный уровень. Дерех несионот. Через какие-то испытания. Где лихазек это эмуна шелан. Для того, чтобы укрепить нашу веру. Ки такшиву арбе йотер каль лагид ани маамин. Намного легче сказать «я верю». Ани мекабелет ма шта омер. Я принимаю то, что ты говоришь. Авал ахшав тинасе леохих от зебе маасе шелха. Но теперь попытайся доказать это своими действиями. Велифамим Элоим מכניס אותך באמת לנסיבות לא פשוטות בכלל. И иногда Бог ставит тебя в такие непростые обстоятельства. כדי שהאמונה שלך היא תהיה מוכחת. Для того, чтобы твоя вера, ты смог доказать свою веру. וחבר'ה, זה קורה לכל אחד, לכל בן אדם מאמין. И это происходит со всеми верующими. אתה לא יכול להישאר להיות מאמין רק בדיבור, רק בהבנה שאתה קיבלת את אדוני. Ты не можешь продолжать быть верующим только на разговорах и говорить, что ты принял Бога. מאברהם אלוהים ביקש את הבן שלו. У Авраама Бог попросил его своего сына. הוא ביקש משהו שהכי הכי יקר שהיה לו. Он попросил что-то, что было ему дороже всего на свете. את כל העתיד שלו, את כל ההבטחה הוא כאילו לוקח ממנו. Все будущее и все обещание он как будто забирает у него. Потому что он сказал, что в Ицхаке у тебя будет новое поколение. То есть он забрал у него всю надежду. Тогда получается, у одного он забирает ребенка. Одного, другого он наказывает какой-то болезнью. לאחד הוא לוקח בעל או אישה. У третьего он забирает мужа или жену. לאחד הוא מכניס אותו למצב כלכלי קשה מאוד. Другого он ставит в такие сложные финансовые обстоятельства. ואז אתה אומר, הנה ההבטחה של אלוהים והנה המצב שלי. И тогда ты говоришь, вот здесь с одной стороны Божье обещание, с другой стороны мое состояние. אבל הנה, זו האמונה האמיתית שלנו. Но это и есть наша истинная вера. ואין דרך אחרת להוכיח אותה. И нет никакого другого способа доказать ее. כי אתה צריך לעבור את השלב הזה. Потому что тебе нужно пройти этот уровень. ומה שמעניין, בכלל, כשאלוהים התחיל לדבר לאברהם, זה לא התחיל מהבטחות. И то, что интересно, что когда Бог начал говорить с Авраамом, он не начал с обещаний. הוא אמר לו, לך. Он сказал, иди. לך לך. Иди, иди вперед. ואחר כך, כשהוא פונה אליו, הוא אומר,
И талех лифанай, витие тамим. И когда он дальше обращается к нему, он сказал: «Ходи передо мною и будь кротким, непорочным». Литалех лифней Элоим. То есть ходить перед Богом. Лалехет, лицает ло. Идти и повиноваться ему. Лясот эт машу омер. И делать то, что Бог говорит. Тахшеву Авраам царих лавета бена якар шело. Подумайте, что Аврааму пришлось принести своего драгоценного сына. И он не спрашивал Бога, почему? Почему ты мне такое делаешь? Ты сначала пообещал, сейчас ты хочешь забрать. Он не спрашивает, то есть мы не видим никакой намек на то, что он спрашивает. Но мы спрашиваем очень много. Почему со мной это происходит? Почему ты со мной это делаешь? Почему ты меня поставил в такие обстоятельства? Возможно, именно то, что это то, что нам нужно научиться от Авраама. Потому что Бог знает почему. Потому что Он хочет дать ему намного больше, чем у него есть. Он хочет, чтобы его вера стала настоящей верой. Чтобы он не только головой понимал свою веру, но проявлял ее в действиях. וכול אחד מיתנו במוחר או במוקדם ונכנס לנסיבות כאלה. И каждый из нас рано или поздно заходит в такие обстоятельства. כשאתה רוצה לשאול למה? Когда ты хочешь задать вопрос почему? ואתלום מוצא פתרון. И ты не находишь решение. ואתלום תמצא פתרון. И ты также и может быть и не найдешь решение. כלום רוצה לחזק אותך. Потому что Бог хочет укрепить тебя. הוא רוצה לתת לך משהו יותר, משהו שאתה לא מבין אפילו. Он хочет дать тебе нечто большее, что ты не понимаешь. И решение, что с этим делать, на самом деле простое. С одной стороны простое, с другой стороны очень сложное. А пашут у бзе, что та царих ляхлит, Адунай, ани мамших лицает лиха, ва ани олеха хареха. Простое — это то, что ты должен решить: Господь, я повинуюсь тебе, я продолжаю идти за тобой. Аваль мецад чини зе меод каше. Но с другой стороны это очень сложно. Потому что ты не понимаешь, почему с тобой это происходит. Твое сердце плачет. Возможно, ты уже внутренне находишься в депрессии. Тогда тебе нужно принять решение: Господь, я готов продолжать идти за тобой. Они к шейгате ли ему на. ממש הייתי צעיר באמונה, כמה חודשים. Когда я пришел к вере и был несколько только месяцев верующий. אז אלוהים הכניס אותי לנסיבות כאלה. Бог меня поместил в такие обстоятельства. כדי באמת לנסות את האמונה чтобы שלי. Чтобы испытать мою веру. כי כשהכל בסדר, אתה אומר, וואו, אני מאמין. Потому что когда все в порядке, ты говоришь: о, все отлично, я верующий. אתה יכול לבוא, לרקוד. Ты можешь לדבר, прийти, разговаривать, поддерживать других людей, танцевать. Но когда вдруг что-то происходит с тобой или с твоей семьей, то все переворачивается. И тогда Бог поместил меня в такие обстоятельства, когда меня ранили, мне было очень плохо. Я не мог понять, почему Бог со мной это делает. Я взял свою Библию и выкинул ее в угол. Потому что сказал Богу: где ты был? Почему со мной это произошло? Почему ты меня не защитил? Очень много было у меня почему. И очень много гнева было на Бога. Но мне нужно было справиться с этим. Мне нужно было найти какой-то выход. Я не нашел выход, почему? Я не нашел ответ на свой вопрос, почему? Но я понял, что я стою на перекрестке. И я могу пойти налево, направо, вперед или назад. И в этом это действительно, о, хора, лакзор мефо шейгата. И было два выбора: или вернуться там, где я начал, или пойти вперед вместе с Богом. Вазахарей амон амон макшавот.
И тогда после многих раздумий. Пашут лакахти тацми баядаем, ваамарти ани хаяв лягия лахлата. Я просто взял себя в руки и сказал себе, я должен принять решение. Вазамарти элоим тислахли. И тогда я сказал, Господь, прости меня. Тислахли шекаха итьяхасти элеха. Прости, что я так отнесся к тебе. Ани ло мевин макара вела макара. Я не знаю, почему произошло и что произошло. Аваль ани мухан ламших итха, ламрот ша ани ло мевин. Но я готов продолжать идти за тобой, несмотря на то, что я многого не понимаю. Ваулай бе атит ата тасбир ли ватиламеду. И возможно, в будущем ты объяснишь мне и научишь меня. Зе рак ахлата ша та цех ласот, ше и ло пшута. Просто решение, которое нужно тебе принять, и оно непростое. Ше та цех литгабер аля каас шелха. Тебе нужно справиться со своим гневом. Ваулай латхил лерот эт элоим бе мишкафаем ахерот. И возможно, начать смотреть на Бога через другие очки. Потом я увидел его благословение. Потому что он действительно укрепил меня. Это было испытание веры. Каждый должен пройти это. Если ты действительно верующий человек. Не только верующий в умственном понимании, но верующий во всех смыслах. И сегодня у нас есть много вещей, которые мы не понимаем. И которые противоречат Божьим обещаниям или обстоятельствам. И готовы ли вы все еще надеяться на Бога и продвигаться вместе с Ним? Мы сказали, что у Авраама была не только крепкая вера, а эмуна мушлемет. У него была совершенная вера. И в послании Иакова написано, что через то испытание, которое Авраам прошел, его вера достигла совершенства. Но он также был праведником, он был последователем, истинным последователем Бога. Он принимал гостей в свой дом. До сих пор мы используем это выражение «принял гостей, ты принял ангелов». Когда к нему... Помните этот рассказ, когда гости, когда три ангела пришли к нему в гости? Авраам сидел еще не отошедший от болезни против, после обрезания. Даже есть такой мидраш, когда говорят, что ангелы специально пришли после обрезания дома Авраама для того, чтобы посетить его и, может быть, для того, чтобы исцелить, потому что один из ангелов звали его Рафаэль. Но это не важно, в каком состоянии находился Авраам. Он подскочил и он побежал им навстречу. Он подошел к ним и хотел омыть им ноги. לֵב של משרת. У него было сердце слуги. Улоба ве корели мешартим шило боти топлю бе орхим шили. Он не подошел и позвал своих слуг, ну-ка давайте позаботьтесь о моих гостях. У ишит доег ле кол эхад мем. Он лично хотел позаботиться о каждом из них. Уба бе отцмо ве бухер шам это охоль ше царих лави ве ляхин. Он подошел и сам выбрал именно ту еду, которую нужно приготовить и угостить их. Айом Лена дебра. Сегодня Лена говорила о том, что, возможно, ты живешь в таком доме, который не выглядит достойным для того, чтобы принимать гостей. Но это действительно благословение. Когда мы можем заботиться друг о друге. Когда мы можем встречаться друг с другом и говорить лицом к лицу. Это укрепляет нас. Потому что мы можем молиться, можем делиться каким-то свидетельством. Это действительно устрояет нашу общину. Это очень важно. У него было сердце слуги, сердце, которое заботилось о других людях. Не только о себе.
האם יש לנו כזה דבר שאנחנו יכולים לראות את הצורך של אחרים? Если у нас такое сердце, когда мы видим нужду другого человека? שאנחנו יכולים באמת לעודד אותו? Когда мы действительно можем воодушевить его? הכתובים קוראים לנו לזה. И Писание призывает нас к этому. כתוב, תסחבו את העול של אחרים. Написано, несите бремена друг друга. זה מה שמצווה מהכתובים. Это заповедь из Писаний. באמת, לעודד, לעזור אחד לשני. Помогать друг другу. להיפגש אחד עם השני. Встречаться друг с другом. אצלנו בישראל יש קבלות שבת. У нас в Израиле мы каждую пятницу делаем каббалот шаббат. וזה ממש זמן מבורך שאנחנו יכולים להזמין חברים. И это очень благословенное время, когда мы можем приглашать друзей. ולא לחשוב, ой, כמה זה קשה עכשיו, אני צריך להכין הרבה אוכל. И не думать о том, как это сложно, мне сейчас надо будет много еды готовить. אברהם לא חשב על המחלה שלו. Авраам не подумал о том, в тот момент о своей болезни. ой, я מוכן לזרום ולתרום. Он был готов жертвовать все, что было необходимо. דבר שלישי שהיה אצל אברהם. И третье, что было у Авраама. הוא היה איש הפגעה. Он был ходатаем. אתם זוכרים את הסיפור עם סדום ועמורה? Вы помните этот рассказ про Содом и Гоморру? הוא לא הכיר שם אנשים. Он не знал людей, которые там жили. אפילו להפך, בטח הוא גם שמע את הסיפורים, מה קורה שם. Может быть, наоборот, он слышал рассказы о том, что там происходит. שאולי היה צריך להתפלל שוואלה, אלוהים תוציא את לוט משם ותשמיד את כולם. Что, возможно, нужно было молиться, Господь, выведи оттуда Лота и всех их там уничтожь. אבל הוא עושה בדיוק להפך. Но он делал все наоборот. מר אלוהים, תרחם עליהם, אולי תמצא שם עוד צדיק ועוד צדיק. Он говорит, Господь, помилуй, может быть, ты найдешь там еще одного праведника. אולי יש עדיין עוד איזושהי הזדמנות שמשהו ישתנה מסביב. Возможно, есть еще какая-то возможность, чтобы они изменились. הוא רצה רחמים מאלוהים. Он хотел милости от Бога. כמה אנחנו לפעמים מסתכלים על בן אדם וישר בא לך לשפוט אותו. И как часто мы смотрим на человека, и первое, что нам хочется, это тут же осудить его. כשאתה רואה את החטאים שלו, את מה שהוא עושה. Когда ты видишь его грехи, когда ты видишь, что он делает. אברהם היה מוכן לקרוא לאלוהים שייתן לו עוד הזדמנות. Авраам готов был призвать Бога, чтобы он дал им еще одну возможность. ואני קורא לנו שיהיה לנו באמת לב כמו אצל אברהם. И я призываю нас, чтобы у нас было сердце, как у Авраама. לבקש רחמים עבור אנשים שמסביבנו. Чтобы мы просили милости для людей, которые находятся вокруг нас. לאנשים קרובים ורחוקים. Для людей близких и дальних. לאנשים שאפילו נמצאים אולי בחטא ואנחנו חושבים שאין כבר שום סיבה לעולם שהבן אדם ישתנה. Для людей, которые, возможно, находятся в грехах, и мы думаем, что нет никакого шанса им измениться. כמו שאומרים שרק קבר ישנה את הגיבן. Как говорят, горбатого могила исправит. לאלוהים תמיד יש הזדמנות. Но у Бога всегда есть возможности. והתפילה שלנו צריכה להיות עד הסוף. И наша молитва должна быть до конца. לפעמים, כשאנחנו מדברים בכלל הפגעה, иногда, когда мы говорим о ходатайстве, הרי זה משהו שאתה צריך לחשוב על מישהו אחר. Это что-то, когда ты должен думать о ком-то другом. אבל במקום זה פעמים רבות אנחנו רק מסתכלים על עצמנו. Но часто мы вместо этого смотрим только на себя. אנחנו מסתכלים על הבעיות שלנו. Мы смотрим на наши проблемы. ואז אתה נמצא סביב עצמך. И тогда ты находишься, варишься в своей каше. ואתה עדיין חופר את הבור שלך. И ты копаешь эту свою яму. וחופר וחופר. Копаешь и копаешь. עוד עמוק יותר ועוד עמוק יותר. Глубже и глубже. ואז אתה כבר לא רואה את האור למעלה. И тогда ты уже света не видишь. לפעמים אתה צריך להעביר את המבט מהבעיות שלך למישהו אחר. Иногда нужно перенести взгляд со своих проблем на кого-то другого. כי זה מה שיכול לעודד אותך ולחזק אותך. Потому что это то, что может укрепить тебя и ободрить тебя. זה לא פשוט. Это не очень просто. זה לא פשוט כשיש לך בעיות. Это не просто, когда ты столкнулся с проблемами. ואז אתה צריך עוד לעזור למישהו אחר. Это не просто помогать другому. אנחנו לפעמים אומרים, עזוב אותי, אני עם הבעיות שלי לא יודע להתמודד. Иногда мы говорим, оставь меня в покое, я со своими-то проблемами не знаю, как справиться. נכון, מכירים כזה דבר? Знаете такое, да? הפגעה, כשאתה יכול להתפלל עבור מישהו. Но именно в это время. אתה ואלוהים. Ты и Бог, и ходатайство твое перед Ним. ויש לנו המון על מי אנחנו יכולים להתפלל. И у нас есть очень много вокруг, за кого мы можем ходатайствовать. על אנשים חלשים. За слабых людей.
за наших лидеров, за пастора общины, за старейшин. И лучше молиться за каких-то конкретных людей, не в общем. И возможно, тогда что-то изменится в твоей жизни и в твоих обстоятельствах. Это три вещи про Авраама. Эмуна. Вера. Ахнасат орхим, лев шель мешарет. Сердце служащего. Гостеприимство. Вавга. И ходатайство. Аба батор за эцлейну Ицхак. Следующий на очереди это Ицхак. Эн лану арбе зман, аваль ани бемет бекцара роце лягид, ки ма шикара им Ицхак за гам машу миухад. У нас нет много времени, но я хочу вкратце сказать, что то, что произошло с Ицхаком, было очень особенное. Истаклю перек 25 бе Берешит. Посмотрите Бытие 25 глава. Перек пасук 19. 19 стих. Берешит 25:19. Бытие 25 глава 19 стих. Бо некра по ад мечайстра до 21 яшар бе. Прочитаем с 19 по 21. Вот родословие Исаака, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жены Ревеку, дочь Вафуила Арамеянина из Месопотамии, сестру Лавана Арамеянина. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его. Элоим хидеш эта брит им Ицхак. Бог обновил завет с Исааком. Ота брит машу ифтиах ле Авраам. Тот же завет, который он обещал Аврааму. У хидеш эта брит, кше Ицхак ая бе эрец Исраэль. Он обновил этот завет, когда Исаак был в Израиле. Вепитом ая мамаш рав гадоль баарец. И вдруг в этой земле наступил большой голод. Ваз Ицхаку миткавен канере ларедет ле Мицраим. И тогда, скорее всего, Исаак хотел спуститься в Египет. Ваз Элоим умерло. Аль телех лешам. И тогда Господь говорит ему, не иди туда. Тие по баарец азот вани даг леха. Оставайся в этой земле, и я позабочусь о тебе. Аз ине мипо бемет матхила аэмуна шел Ицхак. Аим лаамин лэйлоим оло. И здесь начинается вера Исаака, верить Богу или нет. Аиму бемет яхоль вэмесугал ледог ли бэмацав каше. Действительно ли он способен позаботиться о мне в сложной ситуации? Улай ани бэмацав калькали лотов. Возможно, у меня финансовые проблемы. Вазэлоим омэр, тирага, аль тазуз. И тогда Бог говорит, успокойся и не двигайся. Аль таасэ эта цача рацита лясот, где елиха ютер тов. Не делай тот шаг, который ты должен хотел сделать, чтобы тебе было лучше. Нахон, нахну руцим, а нахну тамидру осим цаадим, где еще елану ютер тов. Часто мы делаем какие-то попытки улучшить нашу жизнь, правильно? Омар тирага, ани даглиха. И он говорит, успокойся, я сам позабочусь о тебе. Ина имуна. Аим анахну месугалим лисмоха лэлоим оло. Способны ли мы полагаться на Бога или нет? Каха итхила эмуна шель Ицхак. Так началась вера Ицхака. Ву имин ле Авраам венишар бе эрец. И он поверил Аврааму и остался в Хананской земле. У ярат шам ле Герар, ло мишане за Якаров, бе эрец Исраэль адайн. Он спустился в Герар, это было все еще в Израиле. Авал оло ярат ле Мицраим. Но он не спустился в Египет. Усамах аль Элоим ше Элоим эдагло. Он надеялся на Бога, что Бог позаботится о нем. Ве ине Элоим мамших ве мавтех ло эт автахот, ше гам мимха ие бен, гам мимха ие эт азера азе ве дор хадаш. И вот Бог обещает ему, что и от тебя произойдет новое, у тебя будет сын, и также он будет отцом народа. Аваль ма ше анахну корим, Ицхак этхатен. И то, что мы читаем здесь, что Ицхак женился, а Ривка была бесплодной. И мамаша кара. Она была бесплодна. Кломар, эн бихлал опция, ши месугелет ла-ледет. То есть совершенно не было никакого шанса, что она родит ему сына. Каров ле 20 шана. Где-то 20 лет. Ицхак митпалел авур ишто. Исаак молился за свою жену. И 20 лет он не видел никакой перемены. И не видел, что обещание каким-то образом исполняется. Но он продолжал молиться. Здесь на русском написано, как будто все произошло моментально. Он помолился Богу, и Бог услышал его. Но там мештамшим бе битуй, бе миля мамаш-мамаш миюхедет. שכתוב ויעתר, זה אין אפילו תרגום למילה הזאת. זה משהו הרבה יותר מסתם תפילה.
Но когда мы читаем Танах в оригинале на иврите, там использовано такое слово, что это даже не просто была молитва, а какой-то призыв к Богу. Возможно, это были моления и просьбы другого уровня. Возможно, если мы сравниваем это с физическим проявлением, он как будто стучал в дверь небес и требовал у Бога: «Сделай мне это». И вот через 20 лет приходит ответ от Бога. Но что, как с нами? Мы хотим это здесь и сейчас. Мы, когда просим что-то, мы Богу даем срок сегодня, максимум завтра. Но в самом плохом случае в следующую субботу. 20 лет он ждал обещания, и он не отказывался. Вот это знак истинной молитвы. Способны ли мы нашей молитвой разрушить все преграды? Можем ли мы молиться до конца и не отчаиваться? Потому что часто время проходит, и проходит еще день, еще месяц. И ты говоришь: да ладно, Бог мне уже не отвечает. Я не знаю вообще, куда он исчез. И были периоды, когда люди проходили такие испытания, которые они не слышали Бога, но они помнили Его обещание. Молитва до самого конца. Жизнь в молитве. Где, на каком месте молитва стоит в нашей жизни? Бежим ли мы и потом вспоминаем вдруг, что нам нужно помолиться? Или наоборот? Мы сильной молитвой что-то строим. Я хочу призвать каждого из вас и себя самого не отказываться. Ицхак яда линацех эта ткуфа шель шекет. Исаак умел использовать этот период тишины от Бога. Он умел справиться, когда не было ответа. Яков. Бекцара. Коротко. Афах ми Яков ле Исраэль. Он стал от Иакова Израилем. Потому что значение их этих имен и Яков — это что-то кривое, что-то непрямое. Израиль — это гамма миля яшар. Израиль от слова прямой. Ему нужно было пройти определенный период, чтобы измениться. Куфа локаля. Сложный период и долгий. Проблема Иакова была в том, что он хотел все сделать сам. Он знал обещания Бога. Он знал их хорошо, слышал от отца. И хотел приблизить их. Тогда он делал определенные действия, чтобы приблизить Божье обетование. Понятно, что Бог потом все и делает во благо. Но этот путь был для него непростым. Анахну помим работ рацим меод маэр. Часто мы бежим и хотим все прямо сейчас. И не только это, мы хотим сделать все сами по себе. Мы больше полагаемся на себя или на других людей, чем на Бога.
ופה אלוהים קורא לנו. אז здесь Бог призывает דרך нас. דרך דוגמה יעקב. Через этот пример с Иаковом. אומר, אני יכול לפתור את הבעיות он שלך. Он говорит, я могу исправить твои проблемы. תלמד לסמוך עליי. И научись уповать на меня. יעקב למד בסוף. И Яков в конце концов научился. הוא למד כשכבר לא הייתה לו שום ברירה. Он научился, когда уже не оставалось выбора. הוא ידע כשהוא חסר אונים. Он знал, что когда он уже был полностью беспомощный. שהוא צריך לפגש עם האח שלו שבא אולי להרוג אותו. И он должен встретиться со своим братом, который, возможно, захочет его убить. הנה, רק אלוהים יכול לעזור. В такой ситуации только Бог может помочь. ללמוד לסמוך על אלוהים. Научиться полагаться на Бога. לתת לו לעבוד. Давать ему работать. Я זוכר, גם אצלי היה מצב קשה כלכלי פעם. Я помню, что я находился в сложном финансовом положении. ואתה מנסה את כל הדרכים כדי לפתור את הבעיות שלך. И ты пытаешься всеми способами разрешить свои проблемы. אתה רץ לפה ולשם ועושה כל מיני דברים, כל מיני תרגילים. Ты бегаешь туда и сюда и пытаешься сделать разные вещи. И ничего не происходит. И ты делаешь еще, и ничего не получается. Пока ты уже не подходишь к такому моменту отчаяния, или, возможно, к пониманию, אלוהים, הכל בידיים שלך. Что Бог все находится в твоих руках. ואז אתה פשוט נרפא. И тогда ты получаешь исцеление. לא, אתה... И тогда ты успокаиваешься. בדיוק. ואז אתה אומר, אלוהים, תפתור אתה, אני כבר עשיתי כל מה שיכולתי. И тогда ты говоришь, Господь, соверши ты, потому что я уже сделал все, что от меня зависит. ואז אתה מחכה, זה לא בא ישר. И тогда ты ждешь, и это не приходит к тебе моментально. אבל באמת עם ביטחון באלוהים. Но с этой уверенностью в Бога. ואז פתאום באיזשהו יום, אופ, והכל משתנה. Тогда в один день все меняется. Ты видишь какое-то решение проблемы, которое ты не ожидал. Про которое ты вообще не думал. Бог все исправляет. И тогда ты смотришь и говоришь, как я пытался. Я сейчас не говорю, что ничего не нужно делать. Но я говорю об этом. עד כמה באמת אנחנו יכולים לסמוך על אלוהים ולא רק על המעשים שלנו. Но я говорю о том, как нам нужно уповать на Бога, а не на собственные дела. כי באמת יש דברים שאתה מבין מאוחר מאוד, שרק אלוהים יכול לעשות. Потому что есть вещи, которые ты слишком поздно понимаешь, что только Бог способен сделать, и ты просто так пытаешься. ללמוד לסמוך עליו. Научиться уповать на Него. שהוא יפתור את הבעיות. Чтобы Он исправил твои проблемы. אתם זוכרים מה שכתוב בברית החדשה? Помните, что написано в Новом Завете? אם הוא דואג לציפורים, написано, что если он заботится о птицах, כמה וכמה הוא ידאג לנו? Насколько он больше будет заботиться о нас? הוא יודע את כל הבעיות שלנו. Он знает все проблемы. הוא יודע את הרצונות שלנו. Он знает наши желания. והוא ידאג לנו. И он будет заботиться о нас. ודבר אחרון ומיוחד. И последнее, очень особенное. גם אברהם. И Авраам, и Ицхак. הם קיבלו, כמו שאתם זוכרים, שינוי שם שלהם. Они изменили свои имена. לא, אלוהים שינה, לא שהם בעצמם. Бог изменил их имена. אבל זה רק קרה ברגע מסוים. Но это произошло в определенный момент. כשהם חזרו לארץ המובטחת. Когда они вернулись в обетованную землю. כשהם יכלו לעזוב את האלילים שלהם ולבוא לארץ המובטחת. Когда они смогли оставить идолов и вернуться в обетованную землю. זה קרה גם לאברהם, כשאלוהים אמר לו, לך לך, ואז הוא הביא אותו לארץ כנען. Это произошло с Авраамом, когда Бог сказал ему, иди, и он привел его в землю хананскую. זה קרה גם ליעקב, כשהוא חזר מלבן וחזר לארץ. И это произошло с Иаковым, когда он оставил Лавана и вернулся в Израиль. רק אז אלוהים משנה להם את השמות שלהם, את המשמעות. החיים שלהם. Только тогда Бог изменил их имена и смысл жизни. למה אני אומר את זה? Почему я говорю это? כי יש משהו מיוחד פה בארץ שלנו. Потому что есть что-то особенное в нашей земле. אלוהים רוצה שאנחנו נהיה פה. Бог хочет, чтобы мы жили здесь. הוא מתחיל לקיים את ההבטחות שלו כשאתה נמצא פה. Он начинает исполнять свои обещания, когда ты находишься здесь. ברור, יש המון מאמינים מחוץ לארץ. Очень много есть верующих в других странах. וזה לא אומר שההבטחות של אלוהים לא עובדות. И это не значит, что обещания Бога для них не работают. אבל משהו מיוחד קורה לבן אדם
Но что-то особенное происходит с человеком, который находится в Израиле и связывает себя с истинным обещанием Бога. Мы, особенно молодые, хотят поехать в разные страны и жить там свое удовольствие. Мы говорим, везде лучше, где нас нет. אבל יש משהו מיוחד. Но есть что-то особенное. יש יד של אלוהים עליך. Есть Божья рука на тебе. כשאתה מתחבר לארץ ישראל. Когда ты связываешь себя с землей Израиля. כשאתה מתחיל לאהוב את ארץ ישראל. Когда ты начинаешь любить землю Израиля. כי יש אנשים שלמרות שהם נמצאים פה, אבל הם כל יום הולכים ומקללים למה הגעתי לפה. Потому что есть люди, которые, несмотря на то, что они живут здесь, проклинают каждый день своей жизни, когда они приехали сюда. וגם את השכנים שהם מתנהגים לא כמו שהיה שם. И соседи, которые ведут себя не так, как там. זה לא מביא ברכה. Это не приносит благословения. זה מביא רק קללה, כי אתה מקלל את הדבר הקדוש שאלוהים בחר. Это приносит только проклятие, потому что ты проклинаешь то святое, что Бог дал тебе. תתחבר להבטחה של אלוהים, ואתה תראה את הברכה. Прикоснись к Божьему обетованию, и ты увидишь благословение. אני רוצה להתפלל. Я хочу помолиться. Аллилуйя, Аба, אנחנו מודים לך. Отец наш, мы благодарим тебя. שאתה מלמד אותנו לא רק דרך ישוע משיח, שהוא מושלם. Что ты учишь нас не только через совершенного Иешуа Мессию, но также через простых людей, как Авраам, Ицхак и Яков. Сегодня их имена очень великие. Но раньше они были простыми людьми, как мы. И мы молимся, чтобы ты помог нам быть похожими на них. לחזק את האמונה שלנו. И укрепить нашу веру. שתהיה לא רק בהבנה, אלא גם בציות ומעשים. Чтобы она была не только в понимании, но также в делах. שאנחנו נהיה אנשים שמכבדים את אחרים ודואגים לאחרים. Чтобы мы были людьми, которые уважают других и заботятся о других. שנוכל להפגיע עבור אנשים שמסביבנו. Чтобы мы могли ходатайствовать за людей вокруг нас. תן לנו תפילה חזקה, כמו הייתה אצל יצחק. Дай нам сильную молитву, которая была у Ицхака. שלמרות כל שינוי שאנחנו רואים מסביבנו, שאנחנו נמשיך להתפלל. Чтобы несмотря на все изменения, которые есть вокруг нас, мы продолжали молиться. שנוכל להמשיך להחזיק את הידיים שלנו אליך, למעלה. Чтобы мы могли продолжать поднимать к тебе свои руки. ולא לוותר גם אם אנחנו לא שומעים תשובה ממך. И не отказываться, даже если мы не всегда получаем твой ответ. תעזור לנו להשתנות כמו שינית את יעקב. Помоги нам измениться, как ты изменил Якова. אנחנו רוצים להיות ישראל. Мы хотим быть Израилем. אנחנו רוצים להיות ישרים אליך. Мы хотим быть прямыми для тебя. אנחנו רוצים להיות צרים שלך. Мы хотим быть твоими князьями. תחבר אותנו לארץ המובטחת שלנו. И соедини нас со своей обетованной землей. Потому что ты сказал, что это особенная земля, которую ты избрал из всех стран. И дал нам ее в наследие. Помоги нам благословлять эту землю и никогда не проклинать. Обнови наши дни, как прежде. חדשת ימינו כקדם. Обнови наши дни, как прежде. חדשת האמונה שלנו, אבא. И обнови нашу веру, отец. תחדשת האש בתוכנו. И обнови огонь внутри нас. תעזור לנו להגיע להחלטות. Помоги нам принимать решения. וללכת איתך עד הסוף. И идти с тобой до конца. כמו שהיום שרנו שיר. Как мы пели песню сегодня. האם אנחנו נגיע ליום כשאנחנו מצפים לחתן? Придем ли мы в этот день, когда мы увидим жениха? А дорога ему дорога. И путь очень длинный. В кшаим ба дорога. И есть преграды на пути. Аваль тазор лану лямода досов. Но помоги нам стоять до конца. Нахну мы вакшим. Мы просим. Бешем Иешуа Машиах. Во имя Иешуа Мессии. Аминь.